Всем привет, наши дорогие любители Крыма и путешествий. И сегодня очередное видео из всеми любимого города-курорта Евпатория. В прошлом видео посмотрели, как выглядит набережная Валентина Терешковой после реконструкции. Свои комментарии вы уже, конечно, написали. Но вот после посещения набережной Валентина Терешковой захотелось посетить Лазурную набережную. Эту набережную мы снимали неоднократно как на основном канале, так и на канале «Правда о жизни в Крыму». Давайте прогуляемся, посмотрим, в каком она состоянии, что-то изменилось в лучшую сторону или что-то изменилось в худшую. Погнали! В этом видео вы услышите всю правду про состояние Лазурной набережной. И находимся мы на первом этапе строительства Лазурной набережной. Лазурная набережная строилась кусками, этапами, и строили ее разные предприниматели. Ну, что я могу сказать про состояние первого этапа Лазурной набережной? Все осталось в том же не очень приглядном виде. Единственное, что поставили вот такие киоски, где вам предлагают экскурсии. Лавочки на месте, урны на месте, но после урагана, который был в прошлом году, сильного урагана и шторма, который накрыл Крым в 23-м году, особо здесь ничего не убрали. Груды песка, зеленые насаждения, которые находились на этих зеленых газонах, они в ужасном состоянии. Елочки желтые, пожухлые, значит, на газонах растет сорняк. То есть сильного ухода, конечно, нет. Пляжи, ребята, пляжи к сезону еще не начали готовить. Скажу сразу, поставили небольшие велопарковки. Это, конечно, похвально, потому что по курортам Крыма передвигаются многие люди на велосипедах. Это как местные жители, так и гости курорта. Перголы на месте. В принципе, все на месте, но эта часть Лазурной набережной, как всегда, осталась неухоженной и в неприглядном виде, конечно же. Да, когда мы снимали в прошлом году эту набережную, некоторые люди радовались, хвалили, некоторые люди были недовольны. Но акцентирую внимание, смотрите, парапет, который отделяет набережную от пляжа на набережной Валентины Терешковой, он закатан плитами гранитной крошки. Здесь же он, вот просто в бетоне, в цементе голом, все пошло трещинами. Чуть дальше был кусок парапета, где просто такое ощущение, что мастерком набросали цемент, и мне хочется посмотреть, исправили это упущение или нет. Ну, смотрите, вход на пляж штормами и ураганами, которые здесь были, выбросило песок, его так и не убрали. Да, конечно, найдутся зрители, которые посмотрят это видео и напишут, что ты выискиваешь все самое плохое, ты ищешь плохое, ты хаешь Россию, Россия вам много делает, а вы лентяи, тунеядцы, вы только привыкли все это хаять и говорить гадости. Нет, ребята, я не хаю Россию. Но хочется, если уж берутся за такие работы, чтобы их сделали качественно, сделали в срок, потому что сроки сдачи этого объекта, первого этапа Лазурной набережной, всячески оттягивались, они были нарушены. И работы шли здесь с опозданием и с нарушением, потому что тротуарную плитку здесь переукладывала другая фирма уже после того, как по бумагам объект был открыт. Так что я показываю только правду, всю правду и ничего кроме правды. Хочу показать вам, как выглядит парапет, который ограждает набережную от пляжа. Смотрите, куски вот этой вот строительной сетки торчат, все это в таком не очень приглядном состоянии. Куски штукатурки, но если это можно назвать штукатуркой, поотваливались. Все это валяется прямо здесь, на набережной. То есть вот такое качество работ было выполнено на первом этапе строительства Лазурной набережной. И что мы видим на пляже? Ребята, здесь был какой-то объект, пожар, что-то сгорело, и так в порядок ничего и не привели. Площадка, где вот остов какого-то строения сгоревшего, облицована плиткой, но эта плитка отвалилась. И смотрите, или хозяева, или власти Евпатории так и не удосужились все это привести в порядок, убрать вот эти сгоревшие доски. Также навесы здесь, вот как ураганом, штормом повалило, так все это и осталось в таком же виде.
А, честно говоря, это очень печально и плачевно. Потому что уже прошло практически, ну, не полгода, месяца 4. И все это в таком состоянии. То есть, будем говорить так, даже конь здесь не валялся. Как выглядит одна из частей Лазурной набережной, вы увидели. А сейчас мы меняем локацию и перемещаемся на следующую часть Лазурной набережной. Вторую часть Лазурной набережной, как я сказал, делал другой предприниматель, делал частный предприниматель. И тогда работы были сделаны там очень и очень хорошо. Потому что, ну, вы увидите разницу. Забегая вперед, я скажу, там установлены различные развлекалки, детские площадки. Здесь же ничего этого нет, к большому сожалению. Продолжаем наше видео про состояние Лазурной набережной в Евпатории. И мы находимся на втором этапе Лазурной набережной. Видим разительный контраст первой части Лазурной набережной и второй части. Да, здесь все ухожено, ребята. Деревья здесь подвязаны на растяжках. Нет гор, песка. Есть места для отдыха, есть туалет. Конечно, туалет сейчас закрыт. Это большой минус, но не знаю, был он открыт сезон или нет. Кто здесь гулял летом, пожалуйста, напишите. Елочки, конечно, прижились не все. Они кое-где желтенькие. Внешний вид портит вот этот недострой заброшенный, конечно же. Добрый день. А скажите, пожалуйста, вот вы прошлись по первому этапу набережной, вот там вот, да? И сейчас идете. Как вот контраст ощущается? Ну, немножко есть, конечно. Там не так ухожено, там не так хорошо сделано, как здесь, да? Ну, здесь получше, благоустроено, конечно, лучше здесь. Но, наверное, там тоже будет только попозднее. Нет, нет, нет. Это уже полностью она сдана, эта набережная. Сдана. Открою секрет. Делалась она кусками. Первый этап делала фирма по тендеру, выиграла. А эту часть сделал частный предприниматель уже. Вот. Спасибо огромное, хорошего дня. Да. Видим, что есть места для отдыха, детские площадки различные. Но смотрите, на первом этапе ничего этого нет. А здесь, да, конечно, внешний вид немного портит, но от этого никуда не деться. Этот недострой, он был, и пока его не разберут или что-то не построят на месте, все это будет. Но много детей, вы видите, вот детские площадки, которых не хватает на первом этапе, правильно, да? Ну, там в конце есть или в начале вот там набережные, ага. Есть там детская площадка. В одном месте только. Да, а здесь их несколько. Да, и тренажеры, да. Спортивные, и сделаны вот такие вот лавочки. Эти лавочки сделаны на совесть, да. Вот. Ну вот, это не только мое мнение. Вы слышите, люди говорят вам. Вот просто люди гуляют, говорят, как есть. Вернемся к ограждению. Набережная от пляжа. Смотрите, в каком классном, ухоженном состоянии все это здесь сделано. Вот таким шубой, червячком сделано, покрашено. Цвет приятный. Да, приятный бежевый цвет. То есть, действительно, ребят, здесь прогуливаться очень шикарно. И самое интересное, вот там чуть дальше есть указатель. И написано, какие зоны отдыха. Зона отдыха Кит. Зона отдыха такая-то. То есть люди, которые приезжают сюда, чтобы прогуляться по этой набережной, посетить пляжи Лазурного берега и Евпатории, они увидят, где они находятся. Вот такие качели под перголами, это тоже классное решение. Я специально делаю это видео, чтобы показать вам, как относятся к выбору подрядчиков, которые делают реконструкции, строительство в курортных городах. И мы видим разительный контраст. То есть где-то подрядчик недобросовестный, где-то другой подрядчик, вот как здесь, частное лицо, оно отнеслось очень хорошо вот к этим работам. Мне, честно говоря, вот этот этап нравится. Ну и второй этап Лазурной набережной у нас заканчивается. Мы переходим, плавно переходим на третий этап строительства этого этапа. Мы снимали. Мнения у людей были разные. Кто-то говорил, что нельзя делать такую застройку здесь, возле озера Майнаки. Кто-то был доволен. Ну, смотрите, в нашем крымском климате вот эти вот кипарисы, они не прижились. Возможно, был недолжный уход за ними. Возможно, деревья больные уже были куплены изначально. К большому сожалению, это так. Да, а вот эти вот деревья, они, вот смотрите, высажены, и они прижились.
они прижились, подвязка вот через вот такие палочки сделана. Здесь пляжи уже приводят в порядок, уже делают благоустройство. Здесь же, ребята, находится, конечно, остановка общественного транспорта «Лазурный берег». То есть сюда приходит городской автобус. Также есть туалеты. Пляжи «Лазурного берега» – это любимое место для отдыха жителей Евпатории и гостей Евпатории. Люди сюда приезжают, приезжают на отдых, приезжают на своем личном автотранспорте, приезжают на общественном транспорте. И двойственное мнение было насчет застройки вот этой части берега. Потому что рядом озеро Майнаки. Лечебное озеро Майнаки, ребята. И с другой стороны евпаторийские песчаные пляжи. Смотрите, сколько высажено здесь деревьев. Конечно, в этой части набережной установлены лавочки, но нет теневых зон. Теневых зон мы не видим. Но очень много зелени здесь высажено. Сделаны автомобильные парковки здесь, чтобы люди, которые приезжают на личном автотранспорте сюда, на эти пляжи, могли здесь спокойно запарковаться. Парка мест здесь очень много, честно говоря. Освещение установлено. Ну, здесь мне нравится. Хотя, когда мы приезжали сюда месяца три назад, по-моему, после урагана и шторма, который был в Крыму в прошлом году, здесь были огромные кучи песка. Ну, весь этот песок уже убрали, отсюда его вывезли или вынесли обратно на пляж. И, честно говоря, чистенько, аккуратненько. Мне вот здесь, вот, честно говоря, нравится. Хотя говорили, что очень сильно пострадала набережная от урагана, что нет должного ухода. Но я вижу, что, в принципе, здесь неплохо. Сегодня мы вам показали, как выглядит в данный момент Лазурная набережная в городе Евпатории. Показали все три этапа, которые были построены. Прошлись ножками, вы сами вместе с нами посмотрели. Конечно, как я сказал в начале видео, найдутся люди, которые будут лить в комментариях негатив на меня, на наш канал. Но сегодня я показал вам правду. Хотел, чтобы вы увидели, как все это выглядит, где есть уход за этими территориями, где его просто нет. Возможно, уход должны вести не городские муниципальные власти, а предприниматели, которым, может быть, вменили в ответственность следить за этими участками набережной. Этого я сказать не могу. Ну, наверное, уже много-много наговорил. Пора уже это видео заканчивать, наверное, да? Да, но с вами мы не прощаемся. До встречи в следующих выпусках. Всем пока.